я немножко... Они любят нарушать сценарий, я тоже немножко нарушу сценарий. Саш, где Саша из Железногорска, который... Саш, у тебя песня какая-то была, вот, которую, над которой мы все умирали. Что-нибудь спой оттуда. Вот, вот там строчка какая-то была. Ага, мол, что-то там, что-то вот такое. Значит, ты решил так, так легко сбежать, даже слов прощания не сказав. Спасибо, спасибо. Блестящие, блестящие вокальные данные, блестящие артистические данные. Но поверьте, поверьте, играет и поет он гораздо хуже, чем снимает телевидение. За первое место в номинации «Лучшая конкурсная работа» награждается команда Дворца творчества детей и молодежи города Железногорска. Богатов Алексей, Шароварин Александр. Бурные, бурные продолжители. Павел Иванович Мархачев, выходите. Руководитель команды. Это первые победители первого всероссийского конкурса, фестиваля конкурса «Росатом ТВ». Первые, ну громче, громче, громче! Первых уже не будет! Что-то хотели сделать, не успели чуть-чуть. Сегодня в новостях говорили, супер позитивный человек ворвался.